Чаще бывать на свежем воздухе, а не просиживать штанишки в душном офисе. Вот и я выбралась, а для хорошей прогулки было бы здорово найти веселую компанию. В приложении Баду есть функция «Лиди рядом». С ее помощью я поищу себе компанию для отдыха. Довольно много людей неподалеку. Может, у кого-то и найдется время. Вот этот парень интересный. А вот с этим парнишкой на слайке совпали. Его и позовем. А пока я жду встречу, к новостям. Привет, меня зовут Елена Рассадина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. В сети появилась замечательная вещь, которую называют котиком интернета. Сайт Purrly, который генерирует кошачье урчание на любой вкус. Пользователи сайта могут вручную настроить параметры кошачьего урчания с помощью ползунков. С помощью настроек можно сделать звук сонным или оживленным, интенсивным на вдохе или выдохе, расслабленным, близким, с частым мяуканьем или очень редким. Генератор урчания отлично помогает расслабиться, отпустить переживания и снизить уровень стресса как себе, так и домашним котикам.